Здравствуйте! Добро пожаловать в интернет-магазин Raywood. Меня зовут Катя. И сегодня в нашем видеообзоре чайные предметы из коллекции Филет от французской марки Жиен в двух цветах – Тауп и Акапулько. Начнем с чайника объемом 1 литр 100 мл. Если бы мне пришлось описать его одним словом, я бы сказала выразительный. Здесь каждый его изгиб подчеркнут линией контрастного цвета. Все эти линии нанесены на поверхность чайника вручную. Ну и вы знаете, как я люблю безопасные чайники. Понятное дело, что переворачивать его во время использования никто не будет, но всякое в жизни бывает. Даже если мы возьмем его и перевернем, и будем крутить так, как там только этого хочется, крышка не упадет и не испортит вашу любимую чашку. Ну и это еще не все, это не чайник, а просто подарок какой-то, потому что внутри, что бы вы думали? Да, дырочки, которые защищают от попадания чаинок в чашку. А теперь посмотрим на чашку. Давайте в другом цвете. Вот мне кажется, именно такую форму должна иметь любая чайная чашка. Достаточно объемная и широкая настолько, что чай при соприкосновении с воздухом быстро приобретает температуру, комфортную для употребления. Есть здесь еще один размер. Это чашка объемом 175 мл. И ее форма и объем больше подходят для подачи кофе с молоком. Эти волнообразные края на блюдцах настолько красивые, ну просто эстетика в чистом виде. И у нас остались верные спутники чайного сервиза. Это сахарница и молочник. Сахарница здесь имеет объем 300 мл, а молочник 230. Взгляните на эту крышечку. Это же точная копия крышечки чайника, только уменьшенная. Их формы архивные. Можете ли вы себе представить, что этот молочник был разработан в 1865 году? Если вам понравилась эта посуда, чайный сервиз или вся коллекция целиком, заказывайте ее на нашем сайте raywood.ru, а мы красиво упакуем и постараемся как можно быстрее доставить ее вам, где бы вы ни находились.